заезда. Российские породы в возрасте 3 лет. Внимание, эти лошади уже участвуют не первый раз в конно-спортивных соревнованиях. Внимание, тишина. Объявлено начало заезда. Время включается по удару колокола. Старт дан, время пошло. Впереди ледник. На второй позиции пока Орс. Третий торжок. О, смотри, как синее. Лучше бы я на торжок поставил. Торжок переходит на вторую дистанцию и пытается выиграть лидера. Ледника. Но наездник второй категории чуть-чуть не уступает лидерству. По-прежнему ледник под управлением Чичурина на первой позиции. На второй позиции торжок. На третьем Орс. Дистанция 2 круга. Лошади заканчивают первый круг. Впереди по-прежнему ледник с небольшим отрывом. Одна минута 14 секунд, половина дистанции. Лошади идут дружно, все еще может измениться. Впереди по-прежнему ледник под управлением Чичурина. На второй позиции торжок под управлением Добрусева. На третьей позиции Орс под управлением Шуваева. Внимание. Орс идет, достает торжка, пытается выйти на вторую позицию. Но лидерство захватил ледник и делает большой отрыв. Внимание, лошади выходят на финишную прямую. Впереди по-прежнему ледник под управлением Чичулина. Давай, еще немного. Торжок! Второе место.